Здравствуйте, многочисленные представители мировой аудитории. Гиппиус Зинаида Николаевна. Ни воли, ни умелости. Друзья мне, как враги, моей безмерной смелости. Господь, о, помоги! Ни ясности, ни знания, ни силы быть с людьми. Господь, мои желания, желания прими. Ни твердости, ни нежности, ни бодрости в пути. Господь, мои мятежности и дерзость освети. Я в слабости, я в тленности стою перед тобой. Во всей несовершенности прими меня, укрой. Не дам тебе смирения, оно удел рабов. Не жду я все прощения, забвения грехов. Я верю в оправдание. Люби меня, зови. Сожги мое страдание в огне твоей любви. Всем спасибо.